Как ты, детка? Немного страшно. Расскажи мне что-нибудь. Рассказать? Да. Понятно. Что рассказать? Просто что-нибудь, любую историю. Так, ладно, я... Я ничего не знаю. Любую историю, известную человечеству. Ну, извини. Все, что приходит в голову, это три поросенка. Не знаю почему, больше ничего. Какое-нибудь воспоминание. Что-нибудь, чтобы отвлечь меня. Так, может быть, это... Может, это... Я тебе не рассказывал о школьном клоуне? Не говори, клоун! Прости, прости, школьный дурачок. Увлекшийся красивой и гордой девушкой, презирающей дураков. Интересно, расскажи эту историю. Она помогла ему в учебе. Но они оба знали, что за этим нечто большее. И однажды, когда он опять вляпался... Хочешь разбудить моих родителей? Это их комната. Постой, Хелли. Наверное, я должен извиниться. Если собираешься приносить извинения, тебе надо закупить хоптом. Вообще-то, у меня не получится. Я не такой, как ты. Что ты имеешь в виду? Я веду себя как дурак. А рядом с тобой я не хочу быть таким. Каким ты хочешь быть, Нейтан? Я хочу быть тем, кто достоин быть рядом с тобой. Об этом следовало бы подумать вчера. Я пытаюсь мысленно вернуться туда, а ты все портишь. Может, это и хорошо, потому что теперь тебе вряд ли удастся чем-то меня удивить. Зачем ты сделал это, Нейтан? Зачем? Я хотел этого. И они полюбили друг друга. У них родился сын, и скоро... У них родится дочь. И все они заживут счастливо. Я обещаю.